Здравствуйте, Станислав. Это видео про ваши два адаптера хвостовика КПН. В каждом переходничке вставлена бумажечка с названием объектива. И сейчас я вам покажу, как использовать. Когда вы накрутите переходник на объектив, дальше ваши действия. Совмещаем красную точку на переходнике и средний контакт одуванчика с белой точкой на камере. Немножечко вдавливаем и поворачиваем против часовой стрелки. Переходники сделаны очень плотно, сидят очень туго. Но в любом случае, если вы вдруг чувствуете какое-то препятствие, лучше дальше не прокручивать, иначе вы просто сломаете одуванчик. Итак, для пелинга я запрограммировал фокусное расстояние 8 мм и диафрагмы от 3,5 до 16. Вот, как видите, одуванчик цело невредимый, полностью рабочий, полностью запрограммированный. И второй КПАН для Юпитера 37А. Также сейчас мы его проверим. Запрограммировано фокусное расстояние 135 мм, диафрагма от 3,5 до 22. Одуванчик полностью целый, невредимый и запрограммированный. Сейчас я упакую ваши адаптеры и отправлю вам завтра утром. Спасибо за внимание.